А что это за звук? Это космический барсук. Доброго времени тебе, дорогой зритель. Сегодня твой любимый саспект, сегодня твой любимый классический режим. Сегодня будет один очень сомнительный персонаж, который то ли читер, то ли дискорник, непонятно. Ты сам обязательно напиши, кто он такой. Сегодня подборочка из каточек, которые были несколько дней назад, но вроде как получились неплохо, поэтому твоему вниманию представляю их. Обязательно напиши свою оценочку в комментариях, прожми подписочку, если ты не прожал, чтобы не пропускать новые выпуски, жми лайкосик и приятного тебе аппетита, если ты кушаешь. Приятного тебе просмотра. Короче, я буду стоять АФК и буду хавать. Все, хочешь хавать — хавай. Хочешь хавать — хавай, а мы будем свои задания выполнять. Нам сюда не надо. Мне надо вот сюда. Мне надо вот сюда. Так, я заюзал билетик для того, чтобы отыграть. Это последняя каточка до 16.00. Дальше будет отель. Отель я не люблю. Поэтому я решил здесь выполнить пока что все. Торон. Давай, убей его. Зато у меня выполнилось задание убить домик. Гостя в домике, упаси. Побежал в домик. Да нет, не побежал вроде. Ларри ФК, он жрет. Так, починить. Так, Рэндальф тут, Никс тут. Сколько секунд? 27. Чиппи, Рэндальф на центре. Чиппи в библиотеке, Рэндальф на центре. Да. Значит, кто-то прошел по люкам, короче. Кто на камерах? Я. А сколько трупов известно, нет? Ну, или это саморе, подождите. Сколько трупов? Нет. Кто на книжке? Короче, я чекнул книжку. Я на книжке. Подожди, Ларри, подожди. А, Ларри на книжке. Фази старый труп. Ну, он же долгий. Подозрительный Луи. Луи очень подозрительный. Да, с кишки сейчас вышел Дюк, я подозрительный. Я сначала был АФК, потом... А вверх вышел Луи. Потом побежал в домик у бассейна. Потом обратно на книгу побежал. Где подозрительный? Потому что что-то такое, я пошла на следочке в правой части, ну где домик у бассейна правый, вот, и пошла к следам туда делать, ты такой хоп ко мне забежал, потом побежал на сантехнику, вот повыше чуть-чуть. Я его не делал, я не делал, там что-то ее не сделал, потом я проверил, был вниз. А зачем ты заходил на сантехнику, если ты ее не делал? Я посмотрел, на дискордников есть, как будто здесь. Либо это у меня баги в голове уже. Скорее всего, баги в голове. У тебя мания. Теперь рассасывают, баги в голове начались. Вот, потом, короче, я... А, типа, тебя спалили дискордники? Люк, подожди, ты слышали, что Луи сказал? Что дискордники есть, значит, говорит, его спалил кто-то. Не, типа, я спалил дискордников. Кто-то говорил, типа... А, типа что, они не могли его, тебя видеть, его, но видели, да? Или что происходит? Луи, ты что, дискорд? Фил, опиши свой маршрут. Нет, я говорю, что подозрение есть, как будто кто-то здесь есть. И убил прямо на кумугу, как будто он говорил то, что выполнил задание, убил домик у бассейна. Зато у меня выполнилось задание убить домик, гостя в домике у бассейна. Подождите, это меня... подможет. Убил в домике у бассейна? Типа он убил и стал на камеры. Ну, труп там же его нет же. То, что убийца в люк слинял. Не, убийца в люк слинять мог очень спокойно, типа. Пусть скикайте меня, я пойду дальше. Да нет, скипы. Да дурка, нормальная тема. Проверьте тема, мне. Да. Стандартная, типа, то, что дурка, это нормально, это стандартная тема, да. Сейчас. Да, бывает.
У каждого второго. Да, он подозревает дискордников, это в принципе нормально. Все, тут Дюк встал, я ушел. Дюк Рэндольф на камеру. Дюк, скорее всего, инспектор. Потому что он... как бы эту фигню не стал ждать до конца. В смысле, с него он ждал свое, точнее, эту фигню ждал. Но при этом у него камеры не горели. Так, ну я работаю за двоих, потому что Ларри жрет. Поскольку Ларри кушает. Приходится работать за двоих. Кто на камеру? Так, это Мила. Мила первая. Где убили? Мила первая, я инспектор. Где убили? В смысле, стоп, подождите, на подождите. Камеру с Милой. Где труп? Ладно, что ты там врешь? Убийца недоделанный. Не, ну все врет, значит врет. Потому что я нахожусь в домике у бассейна. Сейчас я говорю, что убили на камерах. Пиздабол, ты сейчас на камеры побежал, я сыщик. Мила убил на камерах. Мила, а за год там двоих работаешь, а? За год там работаешь за двоих. Кто-то слышит, кто-то... Это дискордник Луи, короче, Луи дискордник. Нет, я богоюзер, я богоюзер. Вот я предлагаю выкинуть Луи, потому что он богоюзер. Он богоюзит, короче, я говорил, короче, кто там что там, короче, и он все услышал. Нет, кикаем Луи, он богоюзер. Луи кикаем, он богоюзер. Зачем, если ты только что убил Фила, блин, в спальне? Блин, играть. Спалил Ларри, типа, он жрет, работает за двоих, да. Не, ну типа, твой удел играть с дискордниками, если ты богоюзер. Типа так, тебя вообще не жалко, когда тебя петушат. Вот петушара вообще. Чё петушар-то он тебя спалил? Да он богоюзом спалил, он слышал, что я говорил, когда я бегал, да не понимаешь? Ты, да не Луи тебя, Рэндальф спалил. А при чем здесь Рэндальф? Вот Луи всем говорит, ты вот понимаешь, ты что вообще произошло, нет? Что ты орёшь спокойно, ты нельзя. Ну ты говоришь меня еще, что я его, типа, что я не прав, ты мне еще говоришь. Ну в смысле тебя Рэндальф прям запалил? Да богоюзер спалил и меня, и второго. Фу, да. Что на камеру стоишь? Прожмите сейчас все Луи палец вниз, потому что он богоюзер. Зажужничество. Почему он богоюзер? Он же сказал тебе, ты что, не слушал, что ли? Он за призраков слышит, дурачок. Не за призраков, за живых. За какая живых, разница? За типа крыса по-другому. Сам еще жалуется на дискордников. Твое место в петушне. А я не жаловался на дискордника, подозревал. Ну твое типа, место ты, в дискордниках. Типа там что-то стрим идет. Мила, ты там что, стрим ведешь или что? Все, короче, ставьте палец вниз, Луи, этому петуху. Еще смеется, главное, петушара обоссанная. Твое место с дискордниками, только чел. Оп-на-ней, оп-лей, ла-ла-лей. Понимаешь, первый раз захожу, сразу же мгновенно убийца. Совершенно в спокойном состоянии. Сейчас посмотрим, как я буду реагировать. Хороший эксперимент. В общем, у меня есть вопросик по поводу того, что происходит. Сегодня, на минуточку, 10 января. А у нас почему-то стал летний особняк. Почему летний особняк? Я что-то юмора не понял. Что происходит? Кто мне подскажет? Кто расскажет? Кто подскажет? Хоп. Так, я бегу на вторую свою штучку. Фу. Кто расскажет? Кто подскажет? Ой, ну как обычно я нахожу труп. Короче, Никс находится в большой зал, и она находится ниже камина на собирание картинки. Mm-hmm. А, понял. Смотрите, я была в спальне. А как вообще долго труп лежал там? Труп, давайте скажем так, я была на книжке. Mm-hmm. Я чекала книжку, но труп сказать? Уже был. Секунд 15. Труп был, когда был... Нет, не секунд 15. Труп был, когда, мне кажется, отрубили свет. Сначала убили, потом свет отрубили для того, чтобы убегать. У меня вопрос, возможно, убийца просто по люкам ушел. Сейчас. Чипя, она откуда прибежала? Нет, и у меня такая теория. Я с гостиной с картинки. Послушайте,
Я когда выходил из спальни, я видел, кто-то бежал сверху на книгу. Я точно не помню, но кажется, это что-то было коричневое. Нет, ну вот сейчас Чипи выбегала сверху. Я потому что в сад бежала. Я видела, я Чипи встретила, она реально бежала с картинки. Но знаете, как это может быть? Убийца либо пошел на муравьи, либо в библиотеку, либо в спальне, либо через люк на картинку. Можно я беру себя, пожалуйста? Что? Можно я беру себя, пожалуйста? Я это все, как, ну сейчас весь раунд стояла на люке у щитка и починила свет, и никуда не уходила, только сейчас хотела на книжку посмотреть. Ну, за репортом. Окей, это не Ларри, это не Ларри. Чип я не могу доверять пока что. Кто был в спальне, говорилось? Я была в спальне вместе. Ну, я была изначально, там пришел Яра, туда Джейд. Да. Потом пришел туда Джейд и Яра. Яра бежал со мной от книжки. Когда отключили свет, вы были? Когда отключили свет, вы были вместе в спальне? Или вы уже не были? Нет, они все, мы все вместе побежали. Я сзади был, а Фил и Яра прям впритык бежали. В спальне, когда не было света, да? Да, да. Да. На заметку Джейд, Фил, Чип и Яра. Скипаем. Скипаем, да. Нормально. Просто промолчал. Просто промолчал, начали там все друг на друга гнать сами. Это было до саботажа, понимаешь? А, да. Не нужно тут горячиться, с кем-то что-то обсуждать, потому что тут и так все обсуждается. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Так, пойду-ка я починю свет. На камерах? Это можно, я сейчас скажу, послушайте меня вот секундочку, где Фазил первого убийца, потому что он Паула убил прям при мне, это на уходе, это в гараж. Фази первого убийца. Это вранье. Я инспектор. И это вранье, потому что я стою на книжке, да, труп Паула прям супер свежий, но я не знаю, кто его убил. Кстати, смотрите, объясняю. Нет, в смысле, это значит это Ларри. Можно скажу, подождите, я просто была как раз таки в том месте, я сейчас находилась на кухне около ингредиентов. У меня прям пролетает моментально Паула и тут же репор. Вот я хотела это уточнить. Это Фази, он при мне убил прям. Нет, ты говоришь, что труп в коридоре, а я стою на книжке, и меня видели, понимаешь, Ларри? Но это Фази, кто тебя на книжке видит? Я не знаю, кто пробегал, там были люди, когда было темно, я не могу сказать, кто конкретно, поэтому... Можете, пожалуйста, мне поверить, Фази при мне убил прям? Вот, ну, Ларри, ты врешь, я тебе говорю, что я стою на книжке, ты говоришь, труп на входе в гараж. Нет, давайте тогда сейчас просто Ларри Фази проверит, у нас 7 человек. Всё. Ладно, сейчас. Ну, Фази при мне убил, я вам... Нет, а как он меня проверит, если он говорит, я при нем убил, он говорит. Понимаешь, я стою на книжке, он на входе в гараж. Как он меня проверит? Он сейчас скажет, что я убийца опять. Посмотрите, где сейчас Фази стоит. Ты понимаешь логику вообще? Нет того, что ты говоришь проверить. Ну, я сейчас его проверю, но если буду мертвым, то я убью за Фази. Она не зайдет? Да куда, как он зайдет, если все уже проголосовали? Ну все, я поняла, блин, я просто охренела сейчас. Так, ну чё? Девять секунд. Блин, у меня прям все лагает, я еле убил его, капец. Боже, вы настолько все тупые. Ларри скрывается инспектором, говорит, Фази при ней убил. Как это убило, молодец. Файда пойду проверить. Сука, если бы у меня не залагало, У меня тоже залагало, я бы убил раньше. Такие карточки получились вроде как бы средненькие, вроде как бы интересненькие, непонятно. Думаю, для времяпрепровождения получилось очень даже неплохо, особенно если ты просто поставил на фоне и провел время с пользой. Спасибо тебе, что ты досмотрел до конца. И также не только тебе хочу сказать спасибо, простой зритель, но и тем, кто поддерживает монетой, особенно большое спасибо хочу сказать. Вот эти вот люди меня постоянно поддерживают, вам спасибо огромное.
We'll be right back.